Кто там? Заходи. О. Мир дому всему. С миром принимаю. Пришли на перевязку. О, лечить меня пришли. Да я не болею. Так, это уже сколько есть. Стоя, можешь меня? Да. Давай. Так, надо держать. Я буду держать. Все. Надо сперва старый убрать. Сейчас расстегну здесь. Да. Сейчас мы. Потому что я когда лежу, у меня как-то не так. А так я как живой. Ну-ка, посмотри. Ну-ка. Хорошо прилипло. Ну? Не больно? Да что больно-то? Нет, не больно, ну. Так. Оттягивается, давай. Угу. Шкура полезла. Вот соль хорошо действует, видно прям. Дина Тихонович. Так, осторожно. Что-то прямо шкуру отдирает. Так. Как-то поменьше бы ее наклеивать. На свет повернитесь. На свет, боком на свет. На свет, на свет, на чтобы свет. Было видно. Вот так боком. Вот. Боком. Не-не-не-не, вот так вот. Повернитесь. Оп. Вот о. Так. О. Давай. А я сейчас фонариком подсвечу, подожди. А что у него все красное что-то? Это от пластыря. Что здесь? Я вот так вот опечку наклонюсь. Вот. Ага. Все, она вообще уже, чернота ушла, осталось только, сейчас посмотрим на это. У него такое ощущение, что кожа что-то, раздражение, наверное. Согрешающий, да впадет в руки врача. Вот, видишь, она, походу, что там? Отошла уже. Ну, это, скорее всего, гной отошел. Сейчас мы... Ну что, там инородное тело уходит? Похоже, да, уже черноты нету. Вот так и с ними. А красноты нету? Ну, красная она от этой, от пластыря, раздражение идет. Тут ничего не поделаешь уже. Все, сейчас. Судиться. Она на боку, видишь, как вот? А то не видно там, я лежу, когда. Это не спереди, не сзади, а прям на боку. Вот она. Бедро, вот. Угу. Я задеваю его. Ну, вот оно. И вот оно повыше. И вот ночью я проснулся, там что-то есть. Пощупал через майку какой-то шарик. Давай его подтягивать. И оторвал. Так, виноват не клещ, а виноват я. Да, чтобы было видно, что... А ты это, его сними там же. Он сегодня уезжает у нас, Иван-то. Когда стоя, я себя не чувствую больным нисколько. А когда лежишь, молчи. Ты уже лежишь. Все, сняли, сейчас будем. Так, мазь какую-то надо. Да, левомиколь. Как она мазь называется? Левомиколь. 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 Левая. Левая. Нежелательно левая. Как бы правомиколь там какой-нибудь. Так у вас левый бок. А-а-а. Бок-то левый. Давайте так. Остатки старой этой удалим, попробуем. У вас водичка есть тут? Водичка, вот рукомойник. Вон он, рукомойник. Ага, все. Чуть-чуть надо удалить остатки старые. Это клей пластырный. То надо лекарство какое-то. Не-не, это пластырный клей. Сейчас мы его попробуем соскоблить. Уже много клеим просто. Клей остается, и он... Так она этот клей-то и наклеивает, а простую марлю. Сейчас. Все, сейчас. А вы зря это стираете-то. Она же как раз и держала быть. Не-не, у нас новый. У нас новый. Сейчас подсушим чуть-чуть.
Утром соляной раствор, соль обыкновенная. Соль очень сильно помогает. Прям... Столовая ложка на полстакана воды теплой. И вот этим промывают. Это не болезнь, это повреждение. А это большая разница. Просто сейчас. Сначала подготовим. Пластырь-то мощный. Очень мощный. Ну, одноразовый. Завтра поедут из города, если кто-то. Может быть, Надежда Васильевна захватит. Так. Все, сейчас я насыплю маленько. Ты поскорее, Николай. Ну, что там? Давно туда заклеил и все. Две штуки сделай тогда этих, как пластырь. Сейчас. Я за часы платить не буду. Три не буду, да? Мне кажется, продержится. Сейчас он прилипает здорово. Ты пока не стой так, покажи, что тут есть, как часы идут. Сейчас 8 часов, молитва будет. Ну, сегодня... Давайте. Сегодня мы в храме были. Я говорю... Вот вытирать, которая клейка, она прямо на коже, не надо убирать. Ну, ему ты... единственное, стоя неудобно вас приклеивать, да. Как? Какая разница? Большая. Там он лежит, ватка не падает, ну, да, бинтик. Здесь как-то... А здесь надо придерживать и в то же время клеить. Ну давай, лягу тогда. Давайте, да. Я не против. Не получится так, наверное, приклеить. О, вот так лучше, кожа просто лучше так ложится. О! Распластался. Да. Ты маленько отойди сторонку вот сюда, вот, вот сюда, вот-вот, чтобы... Так? Ну да, чтобы это там видно чтобы было. Свет. Давай, сейчас тогда эту старую оторвем. А что ты тебя опять отдираешь? А она неправильно приклеилась. Неправильно. Вы когда стояли, у вас кожа сморщилась. И не приклеишь, а сейчас растянулась, вы легли. Вот не знал, видишь, какого мы... С другими можно это делиться опытом. Да. Вот сейчас хорошо легла. Сейчас еще одну и все. Оно главное, когда бывает где-то что-то заноза сильно или что-то, так сердце бьет и слышно, а я это не слышу. Что она больно, я не знаю это. Даже, ну, я не ложусь. Я обычно сплю на правом боку. Вот так ладошку под голову. Любая ладошка у хозяина мягче любой подушки. Так, вот поднимите, пожалуйста. Вот, вот. Да-да-да, во-во-во. Отлично. Вот так. Сегодня у нас 15-й вечер, 15 сентября 22 года. Все, да? Все. Да. Ну, слава Богу. Я фильм сейчас смотрю, как Сергея, называется как? Прочитай вслух. Так, где? Игнатий Лапкин, беседа с епископом и священником Алтайской епархии. 2000... Нет, не этот был у меня. Вот. Собака Шарлей чуть не загрызла Сергея Пупкова. Шарпей. Шарпей, да? Вот он сидит. Ну, я спрашиваю его. Сергей Павлович, подробно разъясни, как у тебя случилась авария с собакой-то? С чего это началось? Ну, началось это 4 года назад. Мне обратилась одна семья за помощью дрессировки этой собаки. Породу ее Шарпей. По буквам назови, какая? Шарпей. Шарпей. Шарпей, да. Это в Китае эта порода выводилась для боев. У них такая морщинистая такая. Я видел, ну, ужас, да. Чудище какое-то. Я сюда с ней приезжал, да. Вот. Но он, видимо, не чистокровный. И у него... Но проблема, он включается в охрану и агрессия.